Представьте президента США, захватившего армию, окружившего Нью-Йорк и устрашающего население. Это то, что сделал Милошевич в Сараево. На холме виден стреляющий снайпер. Югославская армия должна вас защитить, но вдруг ваш защитник становится чудовищем. Журналисты были целью. Это было готово к проблемам. Сараево был ярким городом, и они хотели убить его свет. Без электричества и воды желание творить усиливается. У нас была замечательная сцена, дискотека среди войны. Это то, что нас поддерживало. Вас двоих олицетворяют наше сопротивление. Я думал, что они — сила добра. Я ехал в Сараево, искал путь в гуманитарную организацию. Я думал, если бы смог связаться с Боно и рассказать о людях, может, был бы разговор. Билл здесь? Да, я тебя слышу, Боно. Хочу сказать спасибо всем вам. Мы не чувствуем себя одиноки. Художники, поэты, писатели, режиссеры, музыканты могут вдохновить на сопротивление. Вам говорят, у вас есть 5 минут. Что бы вы делали, делая то, что больше всего любите. Кто-то сказал, что смелость — это благодать под давлением. Хорошее определение для людей Сараева.